Не могу поверить. Он засунул меня в бочку. О боги, как же тут неуютно. Да что там происходит? Есть там кто живой? Или это чудовище ходит вокруг меня? Спасибо, что освободила меня. А то я уже начал скучать. Я ищу волшебный тигель. Легенда гласит, что он спрятан где-то в этих... Какой же я невежливый, совсем забыл представиться. Меня зовут Шен Скупец. Полагаю, так тебя прозвали недруги. Что? Нет у меня никаких, ума не приложу. Почему мой молодой напарник ударил меня по голове и запер здесь? Без опытного проводника тут довольно опасно. А я, значит, должна поверить, что ты и есть тот опытный проводник. Конечно. Я мог бы 5 раз обвести тебя вокруг земли и ни разу не отступиться. Только берутся такие твари. Какое удивительное место. Ты только посмотри, какой потрясающий образчик архитектуры. Хоть весь мир обойди, не найдешь ничего подобного. Кроме вот этого. Такую штуку я уже где-то видел. Я не готова. Куда запропастился мой юный проводник? Кажется, его звали Гель. Да, точно. Такой милый молодой человек. Он должен быть где-то здесь. Наверное, потерялся. Кстати, мы сами-то знаем, куда идем? Может быть проклят. О, ведь я его предупреждал. Тебе можно подобрать. Хватай его. Эх, если бы я знал, что тигель был проклят, никогда бы не взял бедного парня с собой. Заходи в мою мастерскую в колпе. Я не была здесь столько лет. И все равно продолжаю считать колдей своим домом. Я тебя понимаю. Я считаю, что дома у человека всегда будет казаться в том месте, где он провел детство. Не только. Здесь я впервые встретила дядю Декарда. Как же мне его не хватает. Это ты хорошо придумала.
Мы прошли множество испытаний, но впереди нас ждет еще больше. Меня радует мысль, что я буду сражаться бок о бок с тобой. А я вернусь в город. Мне надо выучить заклинание. Мы с тобой похожи. Но остальные, падший ангел, ведьма, они используют тебя для достижения собственных целей. Ты предпочитаешь быть их марионеткой, хотя сила, данная тебе по праву рождения, могла бы сделать тебя богом. Ну и как, Кул? Трудно быть богом? Нечего насмехаться надо мной. Скоро я вернусь в этот мир и смогу показать тебе, каких высот может достичь Нефалем. Мои архивы лежат глубоко под пустыней. Может быть, даже под теми самыми песками, по которым мы сейчас идем. Харадримы не могли их уничтожить. Они могли только закрыть вход в них. Но у меня есть ключи. Всегда хотел с таким сразиться. Видели бы это, мои учителя. Где бы еще таких найти? Нет. Спасибо.
Нужно подождать. На меня? Я не готова. Меня не остановить. Еще рано. Нужно подождать. Я больше не унесу. Мне больше не унести. Нелегко их будет убить. Мои сумки забиты. Я больше не унесу. Правильный выбор. Я не могу.
Халдеи мне больше не унести. На каждом углу обман и предательство. Может быть, в этом повинны демоны? Зло поселилось в этом городе задолго до пришествия Белиала. Может, хоть теперь горожане осознают свои ошибки. Хватает энергии. Я больше не унесу. Забиты. Я возвращаюсь в город. Новинки.